Парламентская ассамблея Совета Европы возлагает большие надежды на дальнейшее сотрудничество с нашей страной. Об этом сегодня заявили в белорусском парламенте. Накануне в Страсбурге представители Беларуси провели несколько встреч с руководством ПАСЭ и зарубежными парламентариями. Царившее там настроение называют сдержанным оптимизмом, а лейтмотивом стало возможное возвращение Беларуси статуса специального приглашенного, пока его действие приостановлено. Согласно резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы от июня 2009 года, статус спецприглашенного может быть возвращен белорусскому парламенту лишь при условии отмены либо введения моратория на смертную казнь. Общаясь как на официальных встречах, так и в кулуарах с представителями Парламентской ассамблеи, я обратил внимание на то, что, возможно, в настоящее время они и сожалеют о такой резолюции, которая была тогда принята, безальтернативная, под конкретным условием. Ну, европейцы – это педанты, и, наверное, не стоит надеяться на то, что они отступят от этого условия, и Республике Беларусь рано или поздно придется решать вопрос. По мнению депутатов, участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы позволило бы Беларуси высказывать собственное мнение по любым вопросам на всех европейских площадках.